Гош, сразу инфу мне. Дайте инфу, кто там. О, шо? Да, там бесы, все, выдвигаемся. Куда? Точку бесы, группы обозначил, на конях поехали. Там спешиваемся, идем сразу в их сторону. User left your channel. Помните айдишек, чтобы их покрасили? Ёлы-палы, у меня краш клиента. Пипец. Дантист, ты тут? Тут. Все, теперь ты новый РЛ. Попингуй, короче, сбор сразу, как соберетесь, идите в сторону бесов. Мне надо перезайти. Гоша тоже. О, работяга такой. Ехал. Не доехал. Ёб твою мать. Вы готовы там заходить? Идите тогда тут сразу. Еще АУФы. Тут еще АУФы. Да не, они там выпали. АУФы на кого? Ну они у себя пока на кипе стоят, очень хорошо защищены. Кого мы заходим? Хуй зайдешь вообще. Они рядом с бесами? Походу. Так, селедка под шубой. Ты где? Так, вот он пометил. Вы собрались? Дайте мне инфу. И вы уже выдвинулись. А где собираемся? Не молчите, говорите. Я сейчас не в игре. Мне нужна вся инфа, ребят. Я сам не могу уже погонять, где, что, куда. Ничего не говорите. Пингуй просто в сторону бесов. Там уже и айдишки зашли. А я не знаю, где бесы. Да под нами, они не помечены. Прям. А где, блядь? Да там уже бьют. А, пинг, бьют. Я вижу. Надо единственное айдишко пометить. Чтобы их перекрасили. Мы их не били. Пингуйте, просто в сторону бесов пингуйте, ребята. А мы уже тут деремся. Все, окей, давайте, я захожу. Ну, предательски крашнулся клиент. Захожу, сами деритесь пока. С осадки вставайте, дотекайте. Блять, кто, сука, крайне, блядь. Зачем перекрасили? Что за кринж? Сейчас исправлю цвет. Оба. А чё вы там стоите? Не стойте на месте, вас же влетает. Это пиздец. О, тут еще одишки-то на них тоже зашли. Че стоите? Одной толпой. Да, меня в блише бросило. Как деретесь? Дайте инфу. Сейчас приеду. Тут еще одишки подошли. Видно же, что он летает. Это я знаю. Сколько рейда там сейчас нашего? Я умер. А кто у нас в кипе? Мы сейчас вот таким плотненьким рядиком стоим, спасем их. Подходите поближе. А, к нам заходят Dragon Flame, если что, ребят. На кип? Да, но тут немного, я думаю, мы справимся. Ага, вижу вас, да. Окей, хорошо, дотекаем, значит, с этой стороны. Подходите к ним ближе под кип, кто может. Так, ну, на вас... Там, в принципе, выходит. Ну, нормально, в принципе, регруппайтесь. Окей, с 3 часов от бесов регрупп, да. Я вижу. Тогда... С Гриши, наверное, ближе. Я сейчас встану, посмотрю. Это труботяги, блядь, дрочат по нашим кипам тоже. Найс. А, один хрен кидает далековато. Короче, одинаково. И там еще ну и кони, в принципе, рядом. Короче, одинаково. Что кип, что глиши. Ёб твою мать, что это за хуйня? От кипа бесов я видел, вы там дотекайте. 5 метров баррикады стою, меня прокинул и убил его нахуй. Блять, а куда она делась?
Там под нами еще прям рядышком работяги. А их никто не пометил. Dragon Flame у нас выебывается. Сколько человек? 5. Я понял. Вставайте с осадки. Кто встает с осадки, вставайте, короче, с осадного здания. И кто тут, продвигаемся дальше. Кто встает с осадного здания, помогите немного дефу отбить Dragon Flame. Когда там пару человек только останется точек. Хотя, в принципе, что вы там, справляетесь? Да, убили их. А, окей, если убили, окей. Берите лошадей, не забывайте, не бегайте на своих двоих. Артиллерия так, готова. Артиллерия готова. Давайте, регруп. Не, давайте, все встаем на кипе. Все встаем на кипе, не дотекаем. Нас тут пока мало. Отбили нас. Берите, все, давайте сейчас там. Регрупнемся. На кипе все регрупнемся. На кипе все регрупнулись. Можно залить-то. На кипе регрупнулись. Типа на перекрестке регрупп. Арку проезжайте и там. Тут спешились. Первые бафы сделали. Перегрупп сюда, точку пингу. Все, пошли в сторону бесов, остальные догоняют. Перед бесами тут, давайте пробафаемся, зетки, ешки, прожали. Одна ускорение, крапа, и пошли. Опять эти говноеды к нам пришли. Мы половину убили. Давайте сюда, подходим. Раз, два, три. Пошли внутрь. Заходим. И опрокинули купола и заходим внутрь. Все ломаем. Заходим. Тумер, резайтесь на осадке, помогите Dragon Flame постучать по куполу. Проходим внутрь. Ребят, нам нужно быстрее снять бесов. Поэтому быстрее. И проходим. Под кип проходим. Айдишек не можем мы покрасить, нет? Сейчас не дают покрасить, сбивают. Так, ну одну точку тут вижу на осадке, хрен с ней. Так, выезжаем снова на регрупп. Я так понимаю, там вас уже прилично отбили. Вот. Подходите ближе к камушку. Ты... Чуть-чуть назад, отойдите. Отойдите. Сборщик позади. Пингую сбор. Пингую сбор на перекрестке. Метку обновил. Шкарь у нас есть? Тут айдишки пока сильно мешаем, просто пока собираемся на перекрестке. Пошли сюда, да. И пиздец не хватает. Пушкарь есть. Окей. Подходим сюда. Да ёбаный рот.
Снова метку обновил там, чтобы не мешаться с айдишками сюда. Красная, красная метка. Ну все, пошли, подходим. Бафы сдали, шайбафы сдали. Пошли, входим в них. Блять, это точно второй ранг, сука? Ходите, короче. Хотя бы растяните их. Дотекаем с осадки сюда. Дотекаем до их ворот, грубо говоря. User left your channel. А тут сами еще работяги будут ходить. User joined your channel. Так, отойдите назад, отойдите, они сейчас будут выходить в нас. Идите назад, камушку. Так, можно так, давайте попробуем. Сейчас они выйдут. Сейчас они отвлеклись на айдишек. Заходите к ним, кто там есть. Желтую метку показываю. Пойдем под пик. Подходим, проходим. Проходим, проходите. Подкип. Сейчас у них под кипом меньше людей. Все, они вернулись сейчас. Да, они на разрезе там метры встали, нас отбили. Все, точку ребро подошли. Все, пока не идем к ним на кип. Давайте регрупнемся нормально. Сейчас обновлю еще раз точку. Если точку снова никто не видит мою. А мы работяг бьем или нет? Я не пойму. Ребят. Хуй поймешь. А то они что-то на дороге там собираются. Не, пока не бить. А, окей. Они вроде тоже идут в айдишек. Они меня тоже бежат. Ой, без. Метку обновил. Уф, да. Если кто-то не видел. Собираемся, просто собираемся. Не летим в кип. А что, вообще нет. Они же могут пока на камушек залезть, посмотреть. Все будут ходить. Они выдвинулись. Они ушли, можно зайти под кип. Идемте все под кип. Пока они ушли. Давай. Кипом никого у них. Флаг в карман заберите. Пингую сбор. Точки тут. Точки встретили тут на регруппе. Точки встретили? Есть, под кипом у них там надо. Значит, есть. Точки и пошли. Бафы сдали. Пошли, зетки, ешки. Ускорение. И пошли внутрь. Алтрен дал ульту вот сюда. Заходим, купола прокинули. Да. Пошли внутрь. Заходим внутрь. Подкип. Их меньше стало. Запрыгнул. Заходим, ломаем. Ломаем палатки. Элист, еби. Ломаем палатки. Еби заходим, их. Заходим. Да, блядь, если бы еще кто-то ебался. Но... Вы смотрите, в спину заходят точки, вырезаем. Смотри, такая там кастуешь там. Да я. Дотекание пока на регрупп. Дотекание на регрупп. Все, отступаем на регрупп. Отступили на регрупп. Блять, эти. Нас мало. Отступили на регрупп. Снова регрупп. Так надо поискать флаг драгона. Мне кажется, с флагу начали ходить. У меня что-то с интернетом, мне вообще никто не прогружается. Очень медленно. Я гляну флаг, короче. На работе у меня вообще сегодня полдня не было интернета. Well. Регруппаемся. Где регруппаемся? Наверное, а где была метка, вот только там идет камушек. Все стояли. Регруппаемся, пингую. Да Ира на меня обиделась. Собираемся. Да, вот сотку я сегодня точно не получу, да? Вот здесь на метке шайбафы. Так, драгоны на своих бегают, у них тут кип рядом. Подошли. Не лезем по одному. Почему не лезем? Полезли. Вперед. Все, подобрались. Бафнулись. И пошли вперед. Раз, два, три, прожали все, залетели внутрь.
А то кто залетает, просто шотают, блять. Внутрь, 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 внутрь заходим. Там только бесы внутри. Заходите. Доламываете им палатки. Нам их даже не покоцали. Плотнее, плотнее. Внутрь, ребята, внутрь. Отступили на регрупп. Блять, сука железная, вообще не пробивалась. Там пока иди зашли. А пушкарь-то есть? Лошадями нормально ломается? Работяги взлетают справа, осторожно. Лошадями нормально, но только заборы. Экип. Давайте с левой стороны зайдем, ребят. Со всеми. Работяги с другой стороны как раз работают. Вот здесь от камушка. Пингую регрупп возле камушка, ребята. Отходим ко мне бафать. Ебал я рот, блин. Ну это пиздец, блять. Любые точки здесь, которые будут входить. Вообще ничего сделать не могу. Прыгаю, падаю, прыгаю, падаю, прыгаю, падаю. Айдишки или бесы, если они нас бьют, мы их убиваем. Здесь регруппаемся, пингую желтую метку. Собираемся. Через 10 секунд бафы и пойдем. Собираемся, собираемся. Поближе ко мне, поближе. Пять, четыре, три, две, одна. Проели все и пошли. Мой меток вообще... А, вон вижу. Заходим. Заходим, заходим, заходим. Айдишек отбили, поэтому кип только с бесами. Заходим внутрь. Внутрь, ребят, заходим. Там уже даже баррикаду сняли. Окей, отступили на регрупп. Подходите сюда, забейте. У нас еще дофига народа. Где? Ага. Перегруппаемся. Нихуя. Сейчас будет разрез, надо будет отойти. Если они у нас пойдут, так что следите сами. Пингую желтую метку, ко мне подходим. Надо баф. Хоть немножечко по палаточкам как-то надавливать. Отойдите, отойдите. На желтую метку шайбах сдаем. Лучница на камне сидит, прям Мурзик кипает, если что. Ее надо прям обязательно снять. Прошли чуть вперед. Так, осторожно, там Мурзик, хуй-урзик. Прошли чуть вперед. Раз, два, три. В атаку под кип. В атаку под кип, пошли. Все прожали, купола опрокинули. Пошли в атаку под кип. Айдишек там почти нет, поэтому заходим внутрь. Палатка, палатка. Вообще можно бить спокойно ее. За воротами. Палатки 15%. У нас же хвача уже почти сдохла, а палатки живые. Отступили назад на регрупп, баф обновить. Дашь хил, Шелест? Зай, ну я же в традиции. Ас! На желтой метке шайба. Артиллерия готова. Ты бич. Сейчас к нам будут точки, думал, готовьтесь. Все. Чуть назад отошли. А она в традиции. Без меня пошла. Ага. Едет. Помоги. Если он вообще. Еще народу хочу видеть. Еще народу хочу видеть. Подходим, подходим.
Еще один там. О, let's go. Еще народ. Залейте 200-ку, 53% нужно. Все, баф обновили. Пошли. Помоги мне. Так, 10% нужно. Нет, ладно. Не помоги. Залетаем на раз, два, вот оно что, да? Три. Я позади. Кто-нибудь. Ну ладно, похуй. Подкип. Палатки снесены. Блять, там столько полумертвых! Ебать, там пиздить надо! А нет, там отлично, там нахуячили. Еще нет, процент остался. Летим с тобой сюда. А я уехал в бес. Ок, хвачку забрали, огненько осталось. Там кролик пускай дерет. Все, я думала тебя пожрать и приготовить. Блин, разворачивай. А ты предатель такой, а? Ну ладно, я тут с кролей разберусь. Свободен. Сейчас как кроля своим огромным. Отходим на регулятор, баф обновить. Работяги тут фак поставили. Желтый пинг здесь шай баф сдают. Подошли сюда. 10% надо забить. Залейте кто-нибудь 10%. Латрян, залей. Не знаю, кто-нибудь. Вот, все, есть 206, спасибо. Гигант меня заливает, блядь. Точки сейчас к нам залетят? Нет, залетят. Сзади, смотрите, какие-то точки вокруг нас странные, подозрительные. Любые, которые залетают, убить. Бафы сдали. Буду сдавать 200. Блядь. Окей, точку забрать в рейде, точку забрать в рейде. Химик, блядь, с обосранный. И пошли. Пошли. Там нет. Так, тут работяги. Пошли против часового. Есть куда 200 сдать? Не надо. Ладно, пока не буду. Я отсюда. Свой. Там никого нет, зашли. И бьем палку. Огненькие хвачки, все снят. Да блять, да что за станы такие? Так, пока пейте кип, я гляну на карту. Яся. What the hell? Видите, хип? Никого нет. Есть там, блядь. Ну там бесы и работяги. Ну да. Айдишки и работяги, точнее. Тех мало. По палаточку подолблю. Так, мы не всех пометили, ребят. Мне нужно, чтобы вы пометили остальные кипы. У нас еще не домечено. Три кипа. Мне нужно знать, куда ходят ауфы и чем они занимаются. Ой, я под мою раздачу попал. Латрен, дантист, вы можете быстренько отметить оставшихся и сказать мне, чем занимаются ауфы? Попробовать можно? Там есть разрез? Гоша, и чтобы они бились. Выдели, пожалуйста, пометьте оставшиеся. Сюда не надо вставать, оставь. На уф. Отойдите, пожалуйста, ко мне на метку. Бафы обновим. Типа в этом особо смысла не будет. А что-то сбегаем куда-нибудь посмотрим. Подойдите, я сейчас сдам бафы. В воде... А уфы сидят на сайлентах. Ну, окей. И тогда похуй. Лошадь убили. Все, пошли. Бафы обновили и пошли снова под бесов. Пока что они им только половину осадки снесли. Блять, хил, блять, убьют. 80% кипа целая. Идеально было бы, если бы
Ауфы сняли сайлентов на пару секунд раньше. Не, у них кип еще нормальный. 80% целый. Они отбили уф. Флаг 1 минут. Попалась, мразёта. Пеня. Хрен пометишь, сайлент, пока их ауфи бьют. Откуда? А, лучка. Так, сейчас я немножечко тут отвлекся на чат. Самостоятельно, пока у нас все в принципе нормально, все происходит. Можете пока поработать по бесам самостоятельно. ПЛы покомандуют. Сорян, на чат надо отвлечься. Латрен, ты что там делаешь? У сайлентов. А? А, я посмотрю, как они упадут сейчас. А кто их сносит? Да ёб, кто? А. Ебучая лучка-то пиздец, он реально через камень хочет. Лучка, ебучка. Так. Сколько у вас процентов? Ну, нормально, в принципе, дотекает. Никто не знает, сколько бесов. Бесов? Сейчас быстренько гляну. 40. Тяжело. Подходите поближе, не стойте вот в низинке, кто там стоит. Подходите уже. А у нас от всего рейда тут, сука, мало человек. А теперь отойдите, там разрез. Я чё за фигня? У нас в вагнологике никого нет. Отойдите чуть ниже. Тут в лесочке, если что, вот здесь работяги рядышком с нами. Так, вылез из чата. В воде, в центре воды. Подходите, айдишки пока бьют, подойдите поближе чуть-чуть. Я сейчас с ульты могу ломают, зайти, а? Кип. С другой стороны подойдите. Давайте я с ульты здесь как раз. Бейте кип. Разрез, отойдите все назад. Разрез? Да. Да-да-да, они дали задумку. Можно двухсоточку им пиздануть? Подожди, да, потом можно. Все, бьются. Вот, давай сюда, пиздуй. Бьются. Если сможешь. Куда, да. Где? Да куда? Ага. Дал двухсотку. Ес, понеслась мача по трубам. Ебать, нахуй. Подкип. Там никого, там, по идее, работяки пару бесов. Зайдите, просто добейте кип. У них нет разрезов больше. Да, погнали. Подкип. Фул урон. Пару человек там встал аккуратно, похильте своих. Бля, еще огненько. С другой стороны зайдите, вот, с этой. Да, обойдите просто кипу с другой стороны, нахуй эту огненьку. Так, быстро бесов дожимаем, а уфы освободились. Разрез у них, рваный только. Отойдите. Все, ребята, фул кип, срочно добиваем бесов. Срочно добиваем бесов, а уфы освободились. Срочно бесов а добиваем. А где большой разрез, отойдите чуть назад, отойдите. У них как раз разрез. Фулл палка. Не надо вайпаться. Короче, палка сейчас, ребят. Работяг пометил, а третий не знаю. Поднажать, ребята, уфы освободились. Срочно, иначе будет... Подкип, урон, просто зайдите, пиздец, там, 3%. Все толпой зайдите, ударить. Фулл палка, ребята. Все зайдите просто. Все. 2%, 1%. Все. Все, дальше цель ауфы. Дальше цель ауфы, отошли все пока на кип. Надо посмотреть, где ауф. Поставили они там флаг или нет? Они уже к нам выдвигаются. Вернитесь на кип пока что. Кто? Кто? Все. Едем на кип все. Уже пачка у нас орудует. Фига ты, папочка. Так, шли на кипе пачку. Быстро подошли все на кип. Все вернулись на кип, встретили пачку ауфов. Ну эта хуйта вообще не пробивается. Прям от слова вообще.
Уверен. Гоша, пару человек выдели. Под горой, под бесами должен стоять флаг айдишек. Снесите его, пожалуйста. Как услышал. Я его нахилился. Гоша, дай связь. Брони... Блядь. Бледуха мелка. Так, флаг на меня они не ставили. Ставить, скорее всего, сейчас поедет. Орегано ставит. Да они, блядь, с города бегут, ёпт. Но они сейчас будут ставить флаг. Ты берите с ним дороги. Я флаг уже брал. Под ауфов надо будет сейчас ставить. Короче, поставьте, у нас огненка, да, свободная. Роль, у нас тут одна огненка, свободная полностью. Сейчас на 2 кипа здесь, на дороге прям. И поставьте флаг в кармане, дайте инфу. У меня есть. Ловушки, все, везде. Поставь возле ауфа флаг. Насколько у вас? С какой стороны? Ну, сейчас скажу. Поставь со стороны Глиши, поставь на 9 часов от ауф. Понял. Съездите к бесам кто-нибудь. И, ребята, ходишь, там же ходишь. Где-то еще... Один человек. Не знаю, кто может съездить. Под камнем на бесах где-то там тоже флаг работяг. Все, пока, сейчас... Точку вам. Идут по дороге. С часу. Бафайтесь и принимайте. На 8 часов от северо-западных ворот где-то флаг работяг. Как собьете, дайте знать. Работяг флаг брать? Да, если кто видит. Найдите флаг работяг, если кто видит после северо-западных ворот. Я его видел сейчас. Смотрю. Ставлю флаг. До их кипа 280 метров. Наш флаг стоит, после разрезываемся уже на флаге. Так, что делаем? Вы там отбиваетесь или что? Ставьте, что еще делать? Что все на дороге стоят, мы как манекены? Мы ломаем флаг работягам. А вы идите на флаг к нашим, который Дантис поставил. Тут хватит народу. Вот. А, ну остались только мы и ауфы. Ну да, тут. Работяги, один, мы, ауф. Так, короче, у нас узел Южное болото, тут собираемся. Сейчас флаги, когда там все снесут, наконец. Уже сошли 4 раза. Конечно. Жду тут 15 секунд и пойдем, кто есть. Там уже, в принципе, сидят на ауфов и так без нас, так что. Ну что, понравился? Двусоточка хорошо зашла? Сильно можно не спешить. Красиво, красиво, мне понравилось. На сбору дантиста там, да? Да, вот тут. Окей. Снесли. Где кричу? Флаг тоже снесли, дайте знать. Работяг снесли? Да, снесли, меня бы не слышно. Да. Все, окей, хорошо. Подъезжайте на узел Южное болото, быстренько тут собираемся. Блять, метку надо ставить, а не говорить. Ульты заливать надо, ульты. И мне ульту надо. О, гигант у нас пушечкой на двухсоточку залечь, он спальнул под кипем, хуйнул туда.
Молгану. Залейте ему ульту до 200-очки. Пускай бахнет. Я понял. Даю. У меня 130 есть. И у меня сотка. Вместе там уже 4 раза можно было подойти. Все, тут уже порядком приехали, пошли. Что он там общается? Когда-нибудь столько говори, когда будешь залетать, я за тобой сразу влетаю. А у меня соточка только. Ну, у меня тоже. Но у меня она хорошая. Здесь затормозили. Сдали бафы. Мы пошли. Подошли, кайтим. Сбоку осторожно. Милишники, в принципе... Да, можно заходить внутрь. Тут уже почти никого нет. А почему работяги в нас влетают? Пусть знает. Мы, может, у них тоже не помечено. А, на дороге, ребят. На их КП. Чтобы удобнее было, собрались. Можно даже сейчас сломать эту баррикадку. Спину. Осторожно. О, тут пушечка незащищенная. Смотри, какая. Ой. Ой-ой-ой, они с... Разрез на флаге. Они с... Да, с трех вылезли откуда-то. Эос Волт. Тут сколько тут трапов, вроде ходят люди. Все равно. Только осторожно в неуязах. Так, пока тут особо никого нет, давайте попробуем против часовой вот тут вот. Ну, словно одишек. Надо здесь на дороге, заход блядь, поудобнее. Заходить там чисто. С правой стороны где зеленая метка стоит. На самом деле можно подходишь к забору. Подходишь к забору. И ты на заборе. Где хвачек? Короче, где хвачек? Так, а я могу бить отсюда пушку? И хвачку, и баррикаду заодно принесу. О, арт красава. Давай, ломаем баррикаду ебаную. Я тоже возьму. Ай, блядь. А, лучники, займите БД палаточку одну. Вот можно белую, самое удобное. Нам... Чуть-чуть обойдите, короче, близко к 12. Тут уже 6 айдишки подошли. По часовой немножко обойдите. Хотя мы тут, блин, а дырку пилили. Пилю дырку дальше. У них небольшой разрез, аккуратно сейчас выйдут вас, возможно. Не трожьте лошадь, сломали лошадь. Короче, 6 часов наша, блин, позиция. Возвращайтесь на 6. Мы там дырку пилили, блин. В эту дырку как раз. Я дяде Ване сказал уйти оттуда. Блять, сука, блять, я застрял в баррикаде. 6-9. Я умер. Можем убрать пачку, слоновник поставить. Ебучая баррикада. Она стоит как раз внутрь, не застреваешь. Так, справимся. Один влетел. У нас. Тут осталось баррикаде 2%. С флага дотекаем. Баррикаду сломали? Да, дырка есть. Не вышли я из не... ворот. Ну, там Пача почти упал, ништякова. Ну, я могу с сотки туда влететь, если со мной... Сейчас, подожди, да, я уже бегу. А, вижу, да. Ты влетишь, конечно, но... Там бы хвачу, если снести будет, вообще чтобы шкас. Хвачка минус. Надо... Все, хвачка упала. Фанат ПД, обойди кип, смотри, там есть белая палочка с кипом. На нее можно запрыгнуть. Да, я к тебе сейчас подойду и вместе сходим. Ну там с наймом хорошо заливаем. Тоже можешь залить хорошо. Ах ты, сука. Ах ты, кто это еще? Бля, они вылезли. Пиздит нас. Так, отступите чуть назад, на вас вышли, отступите к флагу, все, давайте, регрупп на флаге, нас тут прилично отбили, все, почти никого не осталось, все, давайте, ок, регрупп нормальный делаем на флаге, отступили к флагу, регрупп на флаге, всех отбили, не суицидьтесь сейчас, нет, там по одному пытаются что-то летать, не надо, давайте соберемся на флаге, нормально, что вы там по одному сейчас лезть будете, все равно лезут. Реально, все равно пришли к экипанов. Я могу, в принципе, пойти покурить, если вы тут сами.
Ну так-то мы и так выиграем. Ну тут да. Да, ну понятно. А вдруг сейчас Ваню с призыва убьют и все, а? Обойдите вот... Да, типа вдруг работяги переобуются. Вот метку бью на ворота, обойдите, поломайте палатки снизу кто-нибудь. Так. Мы тут вдвоем с другим карсером сложно залить их. Это с какой стороны, где? Все, пошли. Вот ворота. Склада по метке. Ну. А там работяги внутри, блядь, что-то дрочат. Проходим. Проходим. А, вижу вас. Да, там, вы вообще там, я понял. Так, вот тут сейчас затормозили. Бафы тут сдаем. Сдали бафы, залили гнев. Точку забрали. Вот раз, вот... да, два, да, 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 три. Пошли. Миха! Огненки тут не достают. Угу. Раз бафы залетели внутрь. За милое дело. Сквозь нашу дырку. Ой, смотри, а Уфчик меня тут пытается. Ой, я его сейчас с этой раба мой убил. Сейчас к тебе тоже приду. Он напрыгал на меня. О, Спартан, блядь, Вов, там что ли, да? Он у нас. Что там, здорово, кому-то пишет. Так, палатка почти упала. Какая-то крепкая, блядь. Упала. Все, начинаю вторую палку пилить. Ах ты, сука. Отступаю. Мы ее сломаем. Так, отступили да. Пока на регрупп. На регрупп. Я позади тебя немножко. На флаги давайте. Сейчас немножко в чат ушел. На флаге пока регрупп. Смотри, там сейчас на голову гиганту прыгнул. Он подо мной прям. Смотри, смотри. Ладочку сломали. А ну, я уже вижу вас тут прилично. Давайте, флаг давайте, это... идите уже сами. Сами в сторону идите. В сторону кипа идите сами. Мы им сломали уже все палатки. Сами заходите. Отвлекся пока. Я пока отвлекся. Я вижу, вы тут сами нормально. Просто заходите, блядь. Осторожно, таймер сзади. Блять, Латрин, это внизу таймер. Ой, это мой любимый. Я его просто пока убиваю. Ой, а че он такой ватный? Да, он просто не может допрыгнуть. Там одежки бьют, сейчас аккуратно. Подождать. Давайте разрез, ауф. Еще не там. Да. Вот аккуратно, вот сюда кровли закидывает. Видите, сюда пришел. Да, за шпилем стой. Угу. Смотри, что я умею. Хорош. Ах, вообще красава. Они большие, ну, у них маленький разрез этот. Блин, когда нам побить-то их? Что за дела, когда они придут ко мне? Где там этот гигант, который я хочу еще раз убить? Ворота спитывают. О-о-о! Смотри, там Окинку можно добить. Там смотри, миллиард работяг, ты куда? Да, я там гигант был. Где ты? У меня тут это самое залезло. Смотри, блядь, пищу. Так. Отступите скипа ко мне на метку. Я обновлю вам бафы, обновим бафы. Отступите ко мне на метку скипа. И с флага сюда тоже подходить. Сюда нужно всех этих рейнджей. Дайте точки за нами идут. Точки за нами идут. А, Валька прыгнул. Дентис, дай блять! Она меня прокинула. Ёп. Не вышло. Все, запрессовывайте их назад, короче, сами. Ай-яй-яй.
Так, что там? Кто это? Где эта хуйня? Они телепортиз заебали телепортироваться. Ну, прыгай вниз, хватит. Пойди, пойди. О, можно кипиздить. Ну, тут осталось 3%. Все равно никто не бьет. Угу. От кипа осталось 2%, можно бить спокойно. Залетайте, ёп. Оп, мой кип, все. Я не знаю, кого терпел. Что теперь? Так, так, ребята, осада почти что завершилась, сейчас не расходитесь, сейчас один момент порешаем. Один момент порешаем. Блин, какой-нибудь есть дом? Ну, еще до 200, блин, 12 минут. Где тут ближайшая лошадь? Пойду за лошадью. Да, бегите пока в глиши, около лошадей нет. User joined your channel. Нифига ты там набил киллов, читер. Стоял на этой палаточке, что ты думаешь? Так, ребята, а, ну дальник, да. А, всем спасибо за осаду. Заходим в канал Рейд. Сейчас на палатке быстро. Я набил. Осады больше нет. Все. Сообщу наемникам большое спасибо.